Был праздник Курбан-Байрам, и были 3 дня выходных. Мы пошли гулять по горе. Когда мы поднялись на гору, к сожалению, мы увидели там свежие следы вырубки, о чем мы сообщили нашим активистам. Не было никаких опознавательных знаков. То есть мы думали, что там черные лесорубы работают. И когда в понедельник появились лесорубы, тут, значит, выяснилось, что за ними стоят сырьевая компания, что у них составлен договор, что у них есть бумаги разрешительные. По договору должна была быть произведена экологическая экспертиза проекта вырубки в течение 6 месяцев после начала работы. То бишь, как бы результат этой экспертизы мог бы быть положительный или отрицательный, но леса уже бы к этому времени не было. На сегодняшний день рассмотрено 63 административных протокола, и по 38 административным делам было назначено наказание, связанное с изоляцией от общества, то есть в виде административного ареста. С правоохранительным органом необходимо дать оценку действиям сотрудников частных охранных предприятий, которые находились 15-16 числа на самой горе, и действиям, которые произошли в ночь за неделю до самых известных событий, когда произошло нападение на лагерь активистов, ночное нападение. При этом было уничтожено имущество, были напуганы люди, происходили силовые конфликты, в связи с чем МВД должно обратить пристальное внимание на этот факт и дать оценку действиям всех участников данного процесса. Шихан Куштау, так же, как и остальные шиханы Каратау и Юрактау, и бывший шихан Шахтау, является остатком древнего барьерного рифа, который формировался 300 миллионов лет тому назад. Его уникальность в том, что аналоги этих пермских рифов, да, на сегодняшний день на планете либо погружены глубоко под землей, либо уже разработки нету аналогов мирового уровня, да, которые вот так же характеризовались как шикарно наши. Мы требуем создать особо охраняемую природную территорию, освободить защитников Куштау немедленно и прекратить все репрессии, отозвать разрешительную документацию на добычу из лесника из горы Куштау и на дух леса. Привлечь ответственность участников нападений на защитников Куштау и всех причастных к этому лесу.